Продолжаем наши выпуски хабаристые. Значит, у нас теперь есть такая фигня с солнечной батареей. Вот светильничек такой. У нас их два штуки. Посмотрим, будут работать или нет. Как бы есть зарядка для USB, там для всей хуйни. Короче, все понятно. Так, есть у нас такие вот супер фонари с вилками. Вот, то есть так это все выглядит. Один большой, один поменьше. Все то же самое, также вилка. Этот. Вот. Понятно, да? Так, следующий фонарь. Ну, по типу армейского, ну, типа камуфляжный, там, все дела. С батарейками. Просто такой дизайн. Похоже, у нас уже есть. И вот такой теперь у нас появился. Длинный. Ну, средней длины. Кстати, я вот, начиная с 8-го выпуска, буду снимать только то, чего у нас нет. Потому что вот сегодня мы привезли, многие фонари уже были в ранее выпусках, длинные тоже нам попадались. Так что имейте в виду, как бы, что у нас тут нормально все по количеству. Ну, такой фонарик, похожие есть, но не такие. Ну, очередная херня, только с прорезиненной ручкой. Опять же, все будет проверяться. Такая вот интересная фигня, мы такие взяли там синий, красный еще. Ну, тоже полиция написана с прищепкой. Не знаю, насколько оно там все работает. Вот такой вот зарядничек. USB, там не USB. Так, очередной фонарь. Вот такого типа. То же самое с вилками. Очень много таких набрали. Потому что, ну, как правило, они нормально работают, служат долго. Вот. Такого типа фонарь. Теперь у нас в коллекции. Вот тут еще плафон есть. Как бы переключатель, также вилка для зарядки. Тоже прикольная тема. Появился теперь у нас вот такое вот чудовище непонятное. С компасом, с градусником. Такой синенький тут, с прищепкой. Ну, такое вот тут открывается. Видите, у него тут еще один фонарь. Тоже, ну, короче, пиздец. Такое вот оно все. То же самое будем тестить. Насколько оно все рентабельное. Так, ну, это очередной фонарик. Не знаю, что я его, блядь, достал. Так. Угу. Ну, это по типу с вилкой. Вот такое, если кто-то помнит, в совковское время были такие цветные, красные, синие. Просто так вот выглядит это все крепление. Вот, тоже прикольно. Ну, вот такая вот мелюзга попалась в виде бочонка. Ну, брелок, фонарик. Тоже так, ничего. Так, ага. Ну, и вот такой вот у нас здесь персонаж. Непонятный тут ДС. Экран какой-то. Ну, соответственно, здесь он кнопки. Компас есть, какие-то режимы, три батарейки сюда нужно. Ну, в общем, то же самое, будем все тестить и проверять. Все, ждите новых выпусков.